Прогуливаться детскими двориками – одно удовольствие. Но какие секреты они скрывают? Давайте попытаемся разгадать хотя бы один из них. За моей спиной первый и единственный памятник на территории Украины Людвигу Замекову. А его здесь могло и не быть, спасибо случаю и заказчикам, которые попросту не приехали и не забрали его. Людвиг Замеков – польский врач-окулист, создатель языка эсперанто. Родился он в городе Белостоке, где проживало много различных национальностей – поляки, русские, немцы, евреи и многие другие. Межэтнические отношения между ними были напряженные, и Людвиг полагал, что это связано с недопониманием и отсутствием единого языка, который он и решил создать. Долгое время он копил деньги для того, чтобы издать свою первую работу, но ему это удалось только в 1887 году при поддержке своего будущего тестя. В этом дворе он никогда не жил, но зато здесь жил скульптор Николай Блажков, который является автором данного памятника. На вопрос местных властей, кому же посвящен сей памятник, Блажков отвечал: «Моему отцу». Что поделать, времена были такие, эсперанто было под запретом. А какие же еще секреты хранит Одесса? Об этом в моих следующих видео.